Всем привет, с вами Угеймс. И сегодня все, что я нарисую на этих холстах, будут строить мои подписчики. В конце этого видео мы будем оценивать ваши постройки. И кто наберет меньше всех очков, будет танцевать нам какой-то очень крутой танец. В реальной жизни? Нет. Хотя, знаешь, если ты проиграешь, то ты нам включишь демку и будешь танцевать в реальной жизни. А, блин. Я начинаю рисовать круг. На кого похоже? Лавастик. Похоже на пушистика. Я дорисовываю свой рисунок, свой шедевр. А, это работник Макдональдса. Да, реально. Вот кепочка вон. Так, сейчас, подожди, я художник. Я так вижу. О, вот это рот. Все, я нарисовал. Как думаете, что это? Это похоже... Это нубик из Майнкрафта. Да какой нубик? Наверное, это синий. Да, ты угадал, йогурт, это синий. Смотри, йогурт, за то, что ты угадал, кто это, ты будешь его строить. Я вот здесь поставлю, чтобы ты видел. Видишь, вот, будешь на него смотреть и строить. Начинаю рисовать это тело. Это же червяк. Нет, это червяк Федя. Короче, вот эти мармеладные червячки. Точно, я их недавно ел. Ладно, ладно. Червячки, так червячки, как думаете? Это два червячка, которые влились в одного, и теперь они стали одним целым и хотят захватить весь мир. У него здесь типа рот какой-то. Ой, вроде бы. Да. Все, готово. Что это? Йос говорит, что это зеленый. Ладно, он угадал, поэтому он его будет строить. Прошу вас, сэр. Я начинаю рисовать свой последний шедевр. Это дельфин? Может быть, может быть. Это динозавр. Вот так, надо еще. Все готово. Угадывайте, что это. Это дельфин? Да нет, это не дельфин. Это динозавр. А, вы не угадаете, что это? Неужели я так плохо нарисовал? А может, это голубой? Угадал, Хекс, молодец. Все, вот ты будешь строить. Последний шедевр, который я нарисую. Все смотрите внимательно. Это две кокольки. Это тапочки? Это тапочки? Это оси симметрии? Спиннер. Кто это? Это обезьянка? Нет, не. Чебурашка! Как они угадали так быстро? Да, вы угадали, это чебурашка. Ну смотрите, как красиво у меня получилось, да? Да. Ты нам будешь строить чебурашку. Ура! Почему бы и нет? Я даю вам 1 час времени, чтобы построить то, что я нарисовал. Слушай этот прекрасный звук. Ии, салютик. Начинайте строить скорее. Уже прошло половина времени, я хочу посмотреть, что у вас получается. Это голубая. Ну, просто голубая. И посмотри, что я нарисовал и что ты построил. А где страшные зубы? Страшное выражение лица, которое я изобразил в 10 пикселях. Хороший вопрос. Ну ладно, разберешься. Но это выглядит неплохо. Вау, ну такой я шедевр нарисовал, блин. Ладно. Какой идеальный монстр. О! Что это? Этот глаз ужасен. Это блю или синий. Его в простонародье называют блю или синий. Он умеет уметь. У него такой взгляд, как будто он был во Вьетнамской войне. Кстати, ты сказал, что он умеет. Я вас хочу предупредить, что мы будем оценивать красоту и еще механизмы ваших построек. Я попал. Зеленый монстр у нас... Он у нас пропал. Его тут даже не было, как будто мы... Его своровали. И чебурашка, которого я нарисовал по приколу. Ой-ой-ой. Что-то он у тебя какой-то получился, ну, странный. Не нажимай. Ты чё нажал? Чё нажал, то нажал. Посмотрим, кто из вас будет танцевать в конце видео. Стройте дальше. Ребята, время вышло. Всё. Буф. Сейчас мы будем смотреть и оценивать, что вы построили. Так, йогурт, привет. Привет. Ой, я вижу, ты уже готовишься танцевать, да? Это синий, который синий. Он еще синий. Под два глазика один он повредил где-то, у него там пуговица. А еще у него там анимация бега есть. Жестко. Просто офигенная. Корона и замечательные ножки, ручки, ротик. Но он добрый. Это лучшая теория, которую я слышал. Ай, он умеет бегать. Это знаешь, это типичный синий, когда он бежит за мной. Жестко. Это так клево, только правда так лагает. Поехали. Назад. Короче, круто. Бегает классно. Сметает все на своем пути. Мне понравилось. Вставай, синий. О, нет, он эпично начал. Разбирай. Кажется, у меня залагало. Давайте оценим этого синего, который построил йогурт. Короче, я сегодня добрый, да? Да. И ставлю всем автоматически 10.
Понятно. Да потому что мне все постройки нравятся. Ну, надо сравнить с рисунком. Вот синий, которого я нарисовал. Вот он. И да, вот что ты построил. Я ставлю 9.5. Вин ставит 10. Я поставлю 10. Вы что, реально хотите отдать победу синему? Да. Я поставлю 9.5. За красоту у тебя 39/40. Чё так много? А за механизм сколько поставим? Пингвин ставит 10, потому что ножки крутятся очень круто. Ладно, 9. Я поставлю 8. Из-за того, что ноги не очень правильно двигаются. Ты у которого вообще ноги не двигаются. Я ставлю 10. Все. Йогурт? У тебя 76/80 ты набрал, в общем. Мне кажется, йогурт не проиграет, и он не включит нам демку и не будет танцевать. Эх, а я так хотел на это посмотреть. ФД, это что? Это Чебураш. Так, ну знаешь, в принципе похоже, я сам не понимаю, что я нарисовал. Ты можешь на нем покататься. И я катаюсь на Чебурашке, ура. Вообще. Что? Это кнопка прыжка? Поднимается и опускается, пиу-пиу. Пиу-пиу, прикольно он прыгает. Что-то я его немного другим представлял, но ладно. Давайте это оценим тоже. Я поставлю за красоту 8.5. Что? Я сломал систему. Правда, он из мультика, учитывая это. Из-за того, что он миленький и вот так умеет на бочок ложиться, ставлю 9. А я в Among Us любил играть в детстве. Чебурашка, он как бы из детства. И как бы 9.5. И пингвин сказал, что ставит 10. 37 баллов из 40 по красоте. А по механизмам я ставлю 10, потому что он умеет прыгать и ходить. 9. Он вообще летать умеет, а не прыгать. Да. А за флай банят, поэтому я ставлю оценку бан. Это все не видно. У йогурта 76, у тебя тоже 76/80. У меня тогда такое предложение. Если у Хекса будет больше очков, тогда мы с ним пойдем танцевать. Да. Хекс, если ты наберешь больше, чем они очков, тогда они оба будут танцевать, ты ведь это понимаешь? Вон. Это похоже на какого-то робота, если честно, терминатора. Голубая терминатор. Вау, подожди, это красиво, вот такие переходы, это как робот настоящий, элита просто. Как по мне, за свое время очень даже хорошо. Вот рисунок, агрессивная голубая, которая атакует людей. Вот что ты построил, дружелюбная голубая. Да, уверен? Хочешь подружиться с ней? Вот я, смотрите, меня кушает. Давай этот арт воплотим в жизнь, давай. Да. Стоп, в смысле? Я не понял. Нет, за что? Да за что? Нет. Ням. Ай! Ой. Ням. Съешь меня! Нет, мой рисунок! Я иду мстить. Нет, мой второй шедевр! Мой шедевр! Вообще, да? Йогурта победили, но нет, мой рисунок зеленого, он поломался. Как говорится... Видео сделано в познавательных целях. Я приехал мстить за своего собрата. Подожди, нет! Это будет легендарно. Что это было? Ну ладно, все, хватит эпика в этом видео. А кто выиграл, кстати? Сейчас мы узнаем. Давайте оценим постройку Хекса. Я ставлю 10. Я ставлю 10. 10. Это прекрасно. Пингвин ставит 10. По красоте 40/40, окей. Теперь по механизмам. Я ставлю 10. 9. 8. Хорошо. 9.5. 8! У Хекса 77.5. Короче, ФД и Йогурт, вы будете танцевать оба. Стоп, что? Подожди. Дай-ка мне это посмотреть. Это ты, что ли? Да, я. Танцуй. А как мне танцевать? Да йогурт возьми в руки, так тут потряси его. Это самое лучшее видео на канале. Так, теперь у нас ФД будет танцевать в Роблоксе. Йогурт, ты забыл камеру выключить. Какую сюда музыку поставить? Вот это узнаешь, за что произошло, что? Исчез, вот это фокус. Фокус. Что? На этом все. Спасибо Йогурту, Хексу, ФД, Пингвину. Всем пока. А, кстати, посмотрите этот видос, он очень крутой.